Слушайте, настроение такое, я давно не ходила по парадам. Наверное, с детства. В общем, ощущения интересные. С праздником всех, друзья, с 1 мая. Днем мира и труда. Всем счастья, здоровья, мирного неба над головой. Быва Напи, 1 мая 2018 года. Гуляем. Гуляет большая часть города. Центр наполненный. Центр города наполнен людьми, школьниками. Идет парад. Ведется активно научно-проектная деятельность и обзора общества, учащихся родителей. Праздником гимназисты Авроры Ростка снимаем! По уму образовательных учреждений продолжает гимназия Эврика. Это ассоциированная школа юнеста, краевая инновационная площадка. Дважды победитель приоритетного нацпроекта образования. Победитель всероссийского конкурса «Красивая школа». Всероссийских слетов кадетских классов. Финалист всероссийских конкурсов воспитательных систем и школы года. Эврика является членом Гимназического союза России, который объединяет 100 лучших гимназий страны. В течение 25 лет ее возглавляла заслуженный учитель России, обладатель медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа и знака достояния образования Галина Филиппова. Сегодня гимназия руководит исполняющей обязанности директора Анна Ельсина. Среди 659 выпускников Эврики 144 золотых и серебряных медалистов. В общем, смотрите, мы на пляже песчаном находимся, в самом начале. Шарики летят с праздника в открытое море. Людей очень много, понятно, что сейчас выходной день. Погода отличная, не сравнится со вчерашней. Вообще безветренно, солнце жарит. Несмотря на то, что сейчас еще только 10:30 утра, солнце 30 градусов точно есть, ветра холодного нет. В общем, здоровская погода. Кто к нам сюда приехал, уверена, не пожалеют. Отдохнуть очень здорово. В общем, как я и говорила вчера, что сегодня будет хорошая погода, потому что вечер был теплый, друзья. Приезжайте, купаются люди. Как видите, дети. Вода, конечно, по ощущениям градусов 17. Постояла в воде, конечно, до колена, ножки мерзнут. Но все равно можно загорать, можно наслаждаться природой, морем и немного окунуться. Главное, не злоупотреблять. Всем пока, всем счастья, здоровья, еще раз с праздником. Мирного голубого неба над головой, друзья, нам всем. Пока.